невинно ты встретил свой 14-й год жизни. Если так и дальше пойдет, вы не доживете до 15, потому что умрете от скуки. Вот вам мой подарок. Не благодарите. Хотя я всегда открыт к предложениям. Не помню, чтобы читал перед сном такое. Ой, что происходит? И почему со мной? Потому что время пришло. Вот если сейчас позвать нашего верного Себастьяна, то его помощь тебе психику сломает до конца дней. Будем знакомы, Сель Фантомхайф. Я твое моджо, твое мужское начало, говоря простым японским языком. Ты не рано ли проявила себя? С утра самое время. Будь благодарен вон той книжонке со срамными картинками. Мне всего 14. Не всего, а уже время пришло. Время для чего? Вот. Что это? Что за чудовищный нарост на моем лице? Прыщ. Твой первый прыщ, малыш. Я так рад! Господин Си, слышу, вы уже проснулись. Я могу войти? Денься куда-нибудь. Это так не работает, Сель. Себастьян тебя увидит. Тут он удивится, как ты ему рад с утра пораньше. Вообще не смешно. Ты даже не представляешь, как смешно. Да, входите, Себастьян. И захватите ведерко со льдом для нашей маленькой проблемы с нижнего этажа, которая может вырасти. Я верю в наш потенциал. Доброе утро, господин Сели. Как вам спалось? Хорошо, благодарю вас. Вероятно, вам приснилось что-то экстравагантное. Не помню таких книг в нашей библиотеке. Я тоже. Должно быть, пришла мадам Хопкинс, управляющая ателье. Снимет с вас мерки для новых костюмов. Помните? А можно она придет завтра? Поздно. Мадам Нина Хопкинс. Ну, где наш милый граф? Дайте же мне заключить вас в объятия. Глядите, первый прыщ. Вы уже совсем взрослый мальчик. Вы даже не представляете, насколько. Ого, а вы выросли. И не только сверху, как я погляжу. Господин Сиэль. Простите. Сиэль, мне льстит ваше внимание, но не могли бы вы убрать руки с моей груди? Я бы и рад, но вот никак. Простите. Прошу прощения, Нина. Господин с утра сам не свой. Ах, ничего страшного, Себастьян. Юность, гормоны, я понимаю. Что ты творишь? Прекрати. Нина, мне кажется, на сегодня достаточно. Возможно ли в следующий раз прислать кого-нибудь из ваших портных мужского пола? О, разумеется. Но не то, чтобы я против внимания прекрасного юноши. Я встал, я пошел. Господин Сиэль, ответьте честно, хорошо ли вы спали ночью? Отныне каждая ночь для меня будет полна страданий по этой прекрасной женщине. Сын сатаны, как ты мог разлучить нас? Не произошло ли чего-нибудь необычного?
Если бы что-то случилось, я бы сразу позвал вас. Та книга и фонарь, откуда они взялись? Я не помню. Прошу простить. Что ты себе позволяешь? Не я, а мы. Я твоя неотторжимая часть. Отныне и навсегда нас ждет прекрасное будущее. Ослепительные и доступные женщины, головокружительные приключения, кровопролитные драки, элитный алкоголь, азартные игры, власть, деньги, электрификация. Что? О, электрификация нас ждет не очень скоро. То, что ты перечислил, у меня уже есть. Но удовольствие от этого получаешь не ты. Сэр Чарльз Грей. Ваше сиятельство. Сэр Чарльз. Господа, у меня секретное сообщение от Ее Величества. Вы, разумеется, осведомлены об убийствах у домов терпимости, произошедших в этом месяце. Они чрезвычайно похожи на те, что совершал Джек-Потрошитель. Кто этот ангел во плоти? Секретарь Его Величества. Ради Бога, он мужчина. Я свой выбор сделал. Джек-Потрошитель костюм. Вероятно, по его имени. Привет. Часто здесь бываешь? Ну, как правило, по делу. Сегодня я буду дело, которое требует вашего безотлагательного раскрытия. Господин Сиэй. Я пытаюсь. Это сильнее меня. Я тебе не это. Сэр Чарльз, простите. Я несколько обескуражен, конечно, таким горячим приемом. Я сегодня сам не свой. Простите. У меня есть подозрение, что кто-то околдовал господина Сиэля. Вы слишком мнительны, Себастьян. Он просто подросток. Кстати, могу порекомендовать средства от прыщей. Давайте займемся более важным делом. Убийствами, верно? Убийство нашей шаткой подростковой психики твоей красотой. Вот что требует внимания. Думаю, нам стоит незамедлительно отправиться на место последнего преступления. Ей! Куртизанкам. Твой 14-й год жизни начинается просто великолепно! Бедная крошка! Прибери я твою душу! Именем Ее Величества! Немедленно остановитесь! А не то что! А не то приедет полиция и арестует вас. Это же логично. Этот голос! Боже, как я выгляжу! Себастьян, друг мой, что вы потеряли в таком месте? Надеюсь, не невинность? А мы надеемся потерять именно ее. Нет, поверь мне! Отойдите, мистер Сатклифф. Вы заберете душу этой бедной женщины после того, как мы осмотрим место преступления. Тут есть еще одна бедная женщина, нуждающаяся в успокоении души, между прочим. Даже две. Я говорю о себе, сухарь сушеный. Дамы? Я свидетель. Требую меня допросить с пристрастием. Не кричите. Голова раскалывается. Принесите мне воды. О, зачем я мешала абсент с шампанским и с водкой? С водкой. Схожу за водой для дамы. Я думал, ты померла. Чуть не расчленил тебя. Никогда ничего не мешай с шампанским. Фу, что за дура, так бы и выпорол. Got me fast, I got it.
Вообще-то ты. Я только визуализирую. Визуализирую дома, а не на людях. Господин Сей, вы в порядке? Я не в порядке. Да, вы в платье. Опа! Кого это метром надуло в наши края? Мальчик, ты кей? Детям тут не место. Тут злые дяди ходят к добрым тетям. Да, детей любят на соседней улице. Проводите, что ли? Моджо, нет. Ты нарываешься, что ли? Моджо, нет! Господин Сей! Где? Где эти продажные женщины, угрожающие невинности моего суженого? Ага! Я так и знала! Грель, вы, куртизанка, хотели лишить невинности моего дорогого Сиэля! Какое оскорбительное заявление, Элизабет! Вовсе не его! Как будто меня интересует ваш маленький дружок. Не маленький, а пропорциональный. Возмутительно. Сиэль! Мой Сиэль, ты пострадал! Я исцелю тебя! Я ничего не чувствую. И слава Богу! Вам стоит сопроводить господина Сиэля домой. Кстати, откуда у вас револьвер? Господин гробовщик одолжил мне его и рассказал, что Сиэль отправился к куртизанкам. Ах, я так разволновалась. Я провожу вас и его сиятельство. Стоит приложить лед к глазу. Ах да, мазь от прыщей. Каких прыщей? Лицо моего жениха чисто и прекрасно. Сэр, вы были ночью в нашем поместье? Что за инсинуация? Я нашел у господина Сиэля книгу непристойного содержания. Печать в библиотеке вашего колледжа. Ах вы, охальник! И это говорит мне травести Дима. Господин Сиэль проснулся сам не свой. Книга заколдована. Отвечайте честно, или вам не сдобровать. Помилуйте, мальчик взрослее. Я подарил ему образовательную литературу. И чему же она учит? Женской анатомии. Ужасно, ужасно. Кому вообще нужна эта женская анатомия, когда есть? Я возвращаюсь в поместье. Ткани, дорогой Себастьян, нужно выбрать подходящий. Ах, что у вас с глазом, милый граф? О, ничего серьезного. Моя любовь! Похоже, у нас появились кое-какие зацепки за нового потрошителя. Кому же, как не мне, дворецкому бывшего потрошителя, знать его как облупленного? Не найдется ли у вас выпить по этому поводу, милейший Себастьян? Посмотрю, что осталось. Мой ангел! Моя любовь! Ах, мой Сиэль, мне сказали, ты заколдован. Черт бы вас побрал! Что за глупость? Эй! Вот твой уровень! Ты не дорос до обладания таким даром, как я. Чао! Ах, любовь! А с тобой мы еще пообщаемся. Когда я вернусь? Yes, my daughter.